Нежинский детский дом-интернат в разгар новогодних праздников получил подарки от благотворительного фонда «Возрождение», один из партнеров которого, вдохновившись примером самого основателя фонда Владимира Михайловича Мунтяна, лично выделил финансы на покупку дорогих и важных подарков. В этот день радости детей не было границ. Каждый получил именно тот подарок, о котором мечтал. Но особенным подарком для каждого воспитанника стало оказанное внимание. Для детей была организована музыкальная постановка, которая вызвала восторг буквально у каждого. Дети пели и танцевали вместе с волонтерами праздника, стали участниками различных развивающих конкурсов. Мы сегодня поздравляли деток с праздниками, мы привезли им подарки. Боже, смотреть в их глаза, как они были счастливы, видеть наши поздравления, эти игры, танцы. Они вместе с нами соединялись, танцевали, они так радовались, они брали нас за руки. И видно, как им это было приятно. А когда были подарки, это вообще восторг мы видели в их глазах. Счастье. Я, например, была очень удивлена, приятно, когда они вышли на сцену, и они для нас танцевали, они нам подарок сделали. Был такой трогательный момент, просто слезы на глаза накатывали. Большое спасибо благотворительному фонду, что мы можем быть участниками этого всего движения. На самом деле это очень круто, побывать аниматором в таком вот, знаете, обществе. Деток, которые реально, ты видишь, они как любовью, да, вот, они открыты для тебя. Они вот, знаешь, как ищут вот это любовь от тебя, этой отдачи. И когда ты приходишь здесь, ты с ними общаешься, ты даришь им эту любовь, ты видишь, как они улыбаются. Вот это реально, вот это такой есть праздник просто для тебя, такой праздник. Мы увидели этих детей, вот сердце просто тронуло, вот их улыбки, их настроение. Мы очень сильно вот хотели им подарить эту любовь. Я думаю, у нас получилось, потому что мы вот реально старались от всего сердца. И они с нами танцевали, они с нами вот показывали эти движения. И мы пришли вот с подарками. Мы пришли с тем, что мы хотим не просто на словах, но еще что-то им дать такое приятное, чтобы у них осталось воспоминания, и чтобы они могли дальше развиваться и помнить о нас, и помнить, что их любят и их очень ценят, каждого. Спасибо благотворительному фонду, что я могу участвовать в этом проекте, и что все дети, они получили эту радость вот в такой классный и знаменательный праздник Новый год и Рождество. Получив долгожданные подарки, воспитанники дома-интерната лично поблагодарили людей, сделавших им такой сюрприз. Спасибо за все, что приехали на детей. Были зайчики, собачек, гуляли в игры, было нормально. Большое спасибо, что привезли хорошие, что детей развеселили, что была красота, лепота, что хорошо. Прошло успешно. Конфеты, фрукты подобались, машинку хорошую взяв собі, буду гуляться. Так дуже цікаво бачити всіх гостей, які до нас приїжджають. Спасибо всім, що дали такі подарки. Сьогодні отримали подарки. Спасибо, хто це діло. Заведующая педагогической части дома-интерната Татьяна Анатольевна также выразила благодарность фонду Владимира Мунтяна «Возрождение» от лица всего персонала заведения и от его воспитанников. Від адміністрації закладу, від імені всіх діток дякуємо благодійному фонду «Відродження», керівнику цього благодійного фонду і її однодумцям за те, що ви знайшли нас, приїхали, зробили дітям новорічне справжнє свято. Дякуємо за ті подарунки, за ті набори гігієни, за набори для творчості, які, звісно, принесуть дітям немало задоволення. І в першу чергу це буде згадка про нашу першу зустріч. Я думаю, що ми будемо співпрацювати, реалізувати наші проекти. Ми дякуємо вам. Здесь хорошая атмосфера. Вот дети доброжелательные. Дети, они открытые, они хотят общаться. И я хочу поблагодарить тех партнеров,
которые сделали для детей такой праздник. Честно, вот если бы вы побывали здесь, побывали в этой атмосфере, ее не передать просто на камеру. Здесь надо действительно окунуться, когда каждый ребенок, он понимает, что он дорог, что он нужен, что он не безразличен этому обществу, что есть люди, которые готовы в любую минуту поддержать, которые готовы всегда подарить им частичку себя. Потому что мы знаем, что да, наши заработки, наши финансы – это частичка нашего времени, нашей жизни, которую мы сегодня вложили в этих детей. Я очень благодарна каждому партнеру, который вместе с нами уже моют многие годы, поддерживает благотворительный фонд «Возрождение» в таких проектах. Благотворительный фонд Владимира Мунтяна «Возрождение» впервые сотрудничал с Нежинским детским домом-интернатом и в дальнейшем будет оказывать необходимую помощь. И все это возможно благодаря вам, дорогие партнеры.